Всем привет! Я тут сегодня с кучеряшками. У меня появились новые бигуди палочки потолще, чем у меня были. И, в общем, такие крупные волны получаются. Мне очень понравилось, прикольно. Экспериментирую дома. В общем, мы так и на больничном. Мужу сегодня приходили врачи, брали повторный тест. Ни на меня, ни на деток. Тест еще не пришел, хотя уже прошла неделя с первого забора как бы теста. Ко мне Колечка идет помогать. Вот. Спросила сегодня вот у врача, который приходил. Она говорит, мы освободимся, приедем на место и посмотрим, потому что тесты должны были уже прийти. Но мне в госуслуги вообще ничего не пришло, получается. Я каждый день проверяю по 150 раз, и нам ничего не приходит. Ну, потому что переживаю, если будет положительный тест, то повторно нам будут брать, наверное, числа 28-го только. И получается, пока придет результат, уже Новый год. А мы вообще собирались поехать, если все нормально, к родственникам, к моему папе. Ну, вот, в Калугу. А так получится, что мы никуда не поедем. И в гости к своим здесь даже сходить не сможем на Новый год. Придется нам сидеть дома. Это, конечно, очень обидно. Вот, я надеюсь, что, может быть, у деток хотя бы будет отрицательный тесты. Потому что у Сонечки тоже сейчас и в школе чаепитие намечается, и у Коли Новый год, новогодний праздник, утренник в садике. И хотелось бы, конечно, чтобы они там побывали. Вот, ну, как получится, да, сын? Что ж теперь сделаешь? Будем сидеть дома, если так придется. И, слава богу, не последний Новый год в нашей жизни, поэтому все нормально. Коля играет машинками. Коля вообще молодец. Врачи приходят, он с ними. Привет, как дела? Тра-та-та, у меня тут машинки, у меня тут это, у меня тут то все расскажет, все покажет. В общем, такой компанейский парень. Вот. Соня там бусинками занялась сегодня, делает браслетики какие-то. В общем, сидим дома на самоизоляции. Муж на втором этаже что-то делает опять. В общем, короче, у каждого свои занятия. Делаю вот такие бантики, скрепляю просто проволочкой. Ну, вот это вот мишуринская проволока. Можно было без мишуры, но у меня нету другой проволоки. Я поэтому решила такие застежечки как бы сделать. Краешки обрежу, обожгу спичкой, чтобы они не лохматились. Не знаю, может быть, просто подыскосок, как бы наискосок отрезать, а может вот таким вот флажочком сделать. И потом клеевым пистолетом буду приклеивать вот сюда шишечку. И то есть будет такое украшение, уже сразу шишечка с бантиком. Мне кажется, будет прикольно, и на елку куда-то можно такие будет сделать. Вот, ну, надоест, можно шишки эти будет оторвать. Клеевый пистолет обычно хорошо отходит. Вот такие вот будем делать бантики с шишечками. Короче, такой облом. В общем, вся эта катушечка из фикс-прайса. В итоге мне хватит всего на 7 полноценных бантиков. И осталась маленькая ленточка. Можно было бы поменьше сделать, но некоторые шишки есть еще крупнее, поэтому меньше я не хотела делать бантики. В общем, маловато ленточки. Знала бы, взяла бы побольше. Тут получается, гляньте, вообще, то есть по метражу что-то я не посмотрела, хотя тут написаны размеры. Ну ладно, что ж, теперь сделаем, сколько получится. И как раз это все пойдет на нашу гирлянду над телевизором. Вот такие бантички получились. Жаль, что мало, но, может быть, заеду еще куплю ленточку, либо другую какую-то докуплю потом. Вот такая гирляндочка получилась. Еще добавила огонечки, капельки гирлянды на батареечках заказывала на Вайборис. Ну, даже сюда можно было побольше вот этих шишечек добавить. Но и так смотрится очень классно. Вот так свет выключили основной тоже. Все светится, красиво смотрится. И Сонечка туда немножечко украшена, где кроватка. Ну, детки телевизор смотрят, поэтому телевизор отсвечивает немножко. Но мне нравится, что получилось. Напишите, как вам, в комментариях. Пока в ванной тут занимаюсь стирками, сушками, в общем, хотела рассказать, он у нас темновато немножко. Попробовала со вспышкой снимать. Посмотрим, если получится, то вставлю эти кадры. В общем, приезжал врач, получается, он мужа взял повторно тест. Мне, получается, детям тесты так и не пришли. Я об этом сказала врачу. Она говорит, мы вернемся, обязательно посмотрим и перезвоним вам. И действительно, через часа полтора-два, вот так, наверное, когда они освободились, они перезвонили, сказали, что у меня тест положительный. У Коли, у Милаши наш тест положительный, у одной Сони тест отрицательный. Вот. Ну, в общем, сегодня я попросила, чтобы мама моя сходила за справкой на Соне, чтобы она могла ходить в школу уже.
дали справку ей, но у нее просто сейчас новогодний утренник, чаепитие намечается. То есть, конечно, ей не хочется пропускать, тем более, что она себя чувствует очень хорошо, у нее никаких симптомов вообще нету. Вот, а Колянчику нашему что-то было ночью плоховато, не пойму, то ли он переел всякой фигни какой-то, вот, то ли, ну, то есть у меня есть предположение, ну, то, что он там не то съел, вот. А, в общем, его подташнивало ночью, и с утра понос был, ну, вот. Но тоже говорят многие, что когда коронавирусом болеют, такое явление бывает у детей. Вот, будем надеяться, что это одним днем обойдется. А так все себя чувствуют более-менее нормально. Нету ни температуры вроде, ни там кашля всяких и так далее. Все хорошо. Вот, ну, что-то сегодня он такой варененький ходит. Я больно есть его не заставляю. Ну, не говорю там обязательно, чтобы он поел, как обычно, завтрак, обед. Он чуть кашу с утра поел, чуть-чуть супчика в обед поел, но полностью даже пол тарелки не съел. Еще не заставляю, потому что, боюсь, плохо будет. Вот. Такие вот у нас дела. Ну, а муж занимается вторым этажом. А сейчас поднимусь, покажу вам, что он там уже наградил. Уже шкаф внутри почти отделанный. То решили сделать стенки из ламината тоже. Докупали, не было по цвету похожего. Ну, взяли другой, ничего страшного. Чтобы здесь вот это вот стены были прям ламинатные. А уже те стенки покрасим. Круто смотрится. Ну, чтобы полки можно было прикрепить, и все. И там еще закроется, если это не сделано. Вот как выглядит. Еще тут будет ламинат. И тут стеночка тоже закроется. От этого угла не будет видно. И потом дверочки сделаем. Будет клевый встроенный шкаф. Вот. Дети прощаются с диваном. Мы оттуда все вытащили изнутри. Там склад у нас одежды на вырост. Всякая ерунда лежит. Все прыгают, веселятся, потому что сказали, на новом диване прыгать будет нельзя. Ну, потому что там это, перекладина сломалась. Да, ты, ма, правильно, на новом не надо будет прыгать. Завтра должны привезти нам диван. Сегодня с мужем будем спать на кухонном диванчике. Сегодня решили... Да. Да, сегодня решили разобрать все, сразу вынести, чтобы убраться и освободить место под этот диван. Столько хлама оттуда выгребли, ужас. А мама и папа будут спать на кухне. Да, будем спать сегодня на кухне, ничего страшного. В общем, ладно, такие у нас дела. Привезли наш новый диван. Но он разобранный, поэтому его довезли, а муж сам уже заносит. Это еще не все, первая самая большая часть. Так что потом покажем нашу обновочку. Что, помогаешь папе, да? В общем, процесс сборки. У нас такой хламешник по углам там лежит. Это, в общем, то, что вытащили из-под диванов. Нужно будет все это разобрать. Что выкинуть, что по игрушкам. Да. Не надо, сынок, туда. Тут не собрано еще ничего. В общем, собираем. Во какой диванчик у нас получился. Он такой однотонный. Ну, вроде ничего, и ткань нормальная. Но тут вот эта подложечка. Ой, Соня у нас идет. Классно получилось. Он у нас, правда, будет в разложенном виде стоять, потому что мы на нем будем спать. В разложенном виде выглядит диван вот так. Уже тут лазутчик, главный лазутчик у нас. В общем, так он и будет у нас в основном стоять, если только гости тогда будем собирать. Вот. А Соня у нас пришла с подарком. О, Соня всех угощает конфетками. У них сегодня был утренний в школе. Да, дочь? Соня у нас здоровая. Я уже рассказывала. Поэтому, в общем, она у нас сегодня в школу ходила первый день. Ага, муж уже тоже спать лег. Муж уже доделал шкаф. Ну, облицовку шкафа. Говорила я, в общем, да, что будем дальние стеночки вот эти красить. А здесь уже вот получается, ну, из остатков ламината мы делали и докупали немножко другого цвета. Главное, что стена имеет уже такой законченный вид. Мне так нравится, прям очень классно. И уже муж прибрал туда коробочки всякие разные, потому что убирался здесь на полу. Осталась у нас тут игра «Монополия». Папа играл с Соней вчера и не доиграли. Сегодня буду доигрывать, потому что очень долго и очень много уже времени было. Малышей спать уложила. А они, в общем, не доиграли. Будут сегодня вечером, наверное, доигрывать. Оставили все тут. Так удобно. Маленькая сюда не лазит. Никто ничего не раскидывает, получается. И хотя бы уже какое-то место, знаете, для уединения есть.
Вот так вот. Кресло у нас еще с квартиры оставалось тоже, оно такое пыльное стояло, все его пропылесосили, почистили. То есть посидеть даже можно. Короче, уже такое помещение у нас отдельное появилось. Ну, а я поздравляю всех с наступающим Новым годом. И, конечно же, надеюсь, еще до Нового года видео хотя бы одно выйдет у нас. Тяжеловато снимать, снимаю кусочками, потому что все дома, у нас шумно, у нас гамно, постоянно все раскидано. Ну, так получается. И на этом буду закругляться. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь, если не подписаны на мой канал. И до встречи в новых видео. Всем пока-пока!